Итак, всем привет, с вами Супер. Сегодня будем играть в Payday 2. Money, 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 да? То есть, видео буквально не было никогда, почему, если сказать. Я видео просто не выкладывал и не хотел снимать видео, потому что было лень. Понимаете? Из-за этого я, наверное, восстановлю свой канал, оживлю свой канал, как говорится. Буду каждый день снимать видео, да. Payday 2 игрушка бесплатная, то есть стала бесплатной на сколько осталось там, 6 дней. Так-то давали 10 или там 2 недели давали. Вот. Как видите, уже 53 уровень. Здесь манипуляции. И на любым манипулятором быть. То есть. Постоянно уходите, потом всех в банке говорите сидеть, всех завяживаешь, там, все такое. Как видите, здесь у меня бронежилет такой крутой стоит. Шлем. Вот, давайте как раз свой инвентарь покажу. Так, буквально тут боди, только такая одна маска есть. И вот такие масочки, все, больше ничего нет. Можно надо купить, сейчас посмотрим, какие масочки нам обычные. То есть, ну, такие крутые, но все же обычные. Вот такая есть маска, стекающая. Ну, я не знаю, зачем брать ли, не надо. Киара есть, принцесса. Она не скроет твоего лица, но даже не остановит пули, да? Но черт, на вся свадебную театру ты будешь выглядеть как королева. Бала, мисс Волкова. Миссис, точнее. Стекающая. Ну, вот эти маски мне пока что не нравятся. Так что. Ну давайте просто посмотрим, как она выглядит. Ну блин, не очень. Но если хотите, можете, в принципе, купить и одеть. Вот. И то есть бесплатно собирайте. Так что у меня есть такие оружия, то есть обычный дробовик, но я его. Посмотрите, оружие. Оно у меня именно прокачано. Сейчас я вам покажу. Вот, видите. Поставил глушак. Поставил снайперский такой оптический прицел, точнее, вот. И дробаш покрасивее стал, реально, покрасивее. Так, назад. Так, и пулемет есть обычно, можно его, в принципе, модифицировать, но я не знаю зачем. Тут есть лазер, фонарик, приклад такой, еще какая-то шняга прокачанная. Вот, сейчас я посмотрю. Модифицировать оружие. Можно, в принципе. А, вот, да-да-да, уменьшенный ствол, но там что-то прокачано, короче. Скрытность увеличивает. Сошки, вот, сошки стоят, гаджет у меня стоит. Приклад выбран. Все выбрано. Еще эмочка есть. Эмочка на 30 патрон и на 20 патрон. К виде 200 тысяч стоит вот такая. И амкар просто 20 патронная. Ну вот это, конечно, будет получше. Сейчас посмотрите уже. То есть она. Туда можно и снайперский прицел, но у меня вот оптически стоит. Вот. Без глушака из-за этого я с ними хожу. Обычно либо пулеметом, либо дробовиком по стелсу. С дробовиком по стелсу, не знаю, как это выглядит. А вот и Desert Eagle есть мой любимчик. Посмотреть, вот, смотрите. Просто, ну, что за Desert Eagle, вы скажете? Я его модифицировал, поставил удлиненный ствол и еще поставил глушак. Какое-то длинное что-то там похоже. Вот. Ну, он красивый. И стоит глушак ниндзя, по-моему, сейчас модифицировать. Да, вот. Ниндзя из джунглей. Потому что, видите, он немножечко зелененький. Так, давайте посмотрим. Что еще есть? Гаджет можно поставить полемический фонарик. Давай его установим. Посмотрим. Во, фонарик у нас есть. Будем ходить там, где темно. Прицел есть, нету. Вот. И удлиненный ствол, видите. Вот. Удлиненный ствол добавляет урона и точности. Но скрытости, конечно, убавляет. Но нам скрытность, если нужна, то не нужна, так не нужна. Есть обычная усишка, я его не хожу уже, давно ходил. Так, посмотрите оружие. Просто усишка на 40 патрон. Вот. Отдача очень большая, то есть в разные стороны стреляет. Вот. Бронежилет почти все открыты, я вот это хотел бы открыть. Но нужен навык железный человек. То есть тут прям улучшенный, а вот это обычный комбинированный жилет. Бронежилет. Так, давайте как раз прокачаем капот. Там какой-то есть нарушитель, годзилла. Так, вот у меня капольно прокачан, силовик не прокачан. Оснащитель, гендер. Железный человек мне нужно найти. Порядки. Тяжелый пехотинец, но я не знаю, где... Железный человек находится.
знаю, где находится железный человек. Наверное, на силовике стоит, да? Я просто не знаю, ну, может быть, в оружейнике. Давайте сейчас назад посмотрим. Требуется навык с карточкой. А, вот, карточки, да. Здесь, значит. Манипулятор, штурмовик. Вот, железный человек. Так, давайте его будем качать. Окей. Недоступно. Вот эти сначала все прокачать надо. У нас 44 навыка, да, недоступны. Базовый нужно очко. И про. 3 очка. Не могу его качнуть. Я не знаю, про очки где брать. Так, ну давайте просто тогда будем качать, что там. Что там надо, если. Штурмовик, да? Штурмовик, наверное, здесь есть, я не знаю. Силовое окружение. Я не знаю, что качать, так что будем просто капо качать, я не знаю. Я хотелось бы вот этот капо полностью прокачать. Да. Так что давайте сейчас одну игру сыграем. По сети, конечно. Здесь нефтяное дело. Давайте сюда там 2 миллиона. Пишите. Подключаемся к игре. Можно было, конечно, вместо пулемета взять эмочку, либо дробаш с глушаком. Но пошуметь любим. Вот. Есть еще люди, знаете, такие с читами. То есть, если игра бесплатная, почему вы не прочитерить? И если вам бан дадут, то есть на Payday только. И до этого бан не дают, я не знаю почему. Все, я подключился, все. Надеваем наш шлем. Чуть-чуть потише поставлю, потому что очень много не хочу. Ой, это наше. Don't act dumb. Let's get easy.
два разберите, но если я вам покажу, что я понимаю. Видите, упал. Бронежилет пусть отрегенится. Вот все. Это сзади. Я криво стреляю, из-за этого. Так, я не стреляю. Соединение с сервером. Как-то странно, очень нормально не смог погрузить свой скилл. Ну, это по идее, в принципе, здесь не умрешь. Давайте на этом буду прощаться, с вами было супер. Какое-то странное видео, ну да ладно, пойдет на основной канал. Вот. То есть я есть, будет видео про хомячка. Ну все, всем удачи и всем пока-пока.